Прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик, а именно в битву небоскребов в Майнкрафте. Сегодня у нас будет противостояние небоскреба Хаги-Ваги против Китти-Митти. И знаешь что, если я хоть что-то знаю про Хаги-Ваги, то про Китти-Митти мне вообще практически ничего не известно, так что ты прямо сейчас, если что-то знаешь о ней, то пожалуйста напиши в комментариях, откуда она вообще появилась, какова ее история и злая она или добрая. Будет очень интересно почитать, а я пока что напомню правила для тех, кто здесь находится впервые. У нас есть небоскреб. Наша цель добраться от первого этажа до последнего любыми методами, а также мы должны зачекать абсолютно каждый этаж для того, чтобы найти там сундук. После того, как мы поднимаемся на последний этаж, там мы забираем нашего босса, спускаем его в самый низ, ставим двух боссов, и они друг с другом начинают файтиться, и мы выясняем, кто победит. В общем, ты сегодня обязательно все поймешь, а пока что не забудь поставить большой палец вверх под этим роликом, и если ты еще до сих пор не подписан на канал, то жми на красную кнопку подписаться. Приятного тебе просмотра! Ну что же, друзья, прямо сейчас мы уже находимся между двумя небоскребами, вместе, конечно же, с Леди Леской. Всем привет! И Нубиком Кубиком. Сегодня у нас будет, как вы уже поняли, противостояние небоскреба Хаги-Ваги против кого? Все правильно, кто сегодня победит, решит рандом, потому что наши боссы дерутся сами. И как всегда по традиции, перед тем, как мы начнем сейчас вскарабкиваться на эти бесконечные небоскребы, вопрос дня. Звучит он примерно так. На какой вопрос нельзя и невозможно ответить «да»? Друзья, думайте очень хорошо, потому что буквально через 4 минуты я скажу правильный ответ. Леска, Нубик, вы тоже думайте, а пока что мы пойдем уже вскарабкиваться на нашего небоскреба. На какой вопрос невозможно ответить «да»? Это же вообще, это вот прям, я не знаю, это вверх какой-то гениальности, что ли? Я не понимаю. Так, ладно. Слушай, ну на самом деле, белые штуки, да, я взял. Я, по-моему, знаю отгадку. Хорошо, но тогда давай, когда время подойдет, пускай Нубик все-таки скажет, наверное, первым свою догадку, потому что, честно, ну, это очень гениально, это реально гениальная загадка, вот честное слово. Я сейчас батуты пошел ставить. Да ладно, батуты? О, ничего себе, научился, что ли? Так, эту штуку тут возьмем. Так, Нубик, а куда ты батуты там ставишь? Ну-ка, покажи, куда там, что у тебя там. Так, сюда, туда. Да. Ага, все, все, нормально, нормально. Так. Чего ты нам уже взорвать их хочешь? Нет, просто, может быть, он между небоскребами ставит, и если что, я могу тоже воспользоваться ими. А-а-а. Вот. Фух, придумал, что сказать. Капец. Эх, а, ты, ну значит, ладно, ну давай, давай, давай. Ну, конечно, не для этого. Ну, у меня всякие уловки есть всякие. То есть тут как бы гадайте, не гадайте, не догадайтесь все равно. Так, о, ладно, короче, а я вот у меня свои батуты есть, я их сейчас тоже поставлю, так что мне вот эти ваши не потребуются даже вообще. Вот, так что... А у меня лучше, они прыгают лучше. Ты знаешь, спрыгиваешь, короче, они тебя снова на 1000 блоков вверх откидывают. Так, опа, ставим. Это меры безопасности. Меры безопасности, Леска, чтобы все работало. Какое твое любимое животное? Собака. Собака, конечно, Нубик. А шейди какой у меня? Я не знаю, честно, у меня нет любимого животного. Ну как ты? Я не очень понимаю. То же самое, а то, что... Это то же самое, что задать человеку вопрос, какой твой любимый цвет. Ведь любимый цвет бывает, допустим, разный. Не знаю, там, у телефона это один чего? Цвет, у машины другой, у чего-то еще, да. Еще какой-то цвет. Я то не есть, понимаю, мне кажется, это вообще некорректный вопрос. Отвечаю. Какой? Ну, потому что, Нубик, ты как-то ну, мой думаешь, любимый одна, цвет это... Белый и желтый. Белый? Кого? Белый, желтый и зеленый. Белый? Ну это же много цветов, а вопрос как бы, какой просто цвет любимый вист, ты тоже не можешь ответить на этот вопрос. Один... Да что ж такое-то? Ну давай, отвечай. Самый любимый? Ну да. Черный. Черный цвет. Хорошо. Тогда вот смотри. Допустим, стоит какой-то автомобиль, там, не знаю, черного цвета и какого-нибудь там, не знаю, переливающийся какой-то супер красивый, либо еще что-то. Ведь явно будет автомобиль, который не черного цвета, выглядеть лучше. Так это что, получается то, что черный цвет уже не твой любимый? Или как? Вот я вот этого не очень понимаю, реально. Возможно, это я как-то странно думаю, но как по мне... Так, так, это сюда, это сюда. Что? Что ты понял? Да, это он, наверное, вопрос, вернее, ответ нашел на вопрос, который я вначале, да, задал только что или что? Не знаю, пошло, Нубик, что ты понял? Себе. Нубика что-то, Нубика осенило. Жизнь Нубика больше не станет прежней никогда вообще. Это жесть просто. Я не знаю, Нубик теперь будет каждую ночь засыпать и просто не мочь уснуть, потому что он все, он уже узнал какую-то... Леска, взял ты некоторые сундуки?
языки пропустила. А потому что я лезла снаружи, так что ты их осматривай. Так, как вы, насколько вы, интересно, высоко уже находитесь? Мне я кажется, вы сегодня явно выше меня, потому что я пока батуты ставил, пока еще что-то там. В общем, я тоже вертолет нашел. Я тоже вертолет нашел. Леска, а давай, что ты не взлетишь-то на вертолете же? Ты же мастер вертолетного дела. Слушай, я могу, конечно, но я, кажется, посношу тут все, что можно. Да, ну давай, давай. Я, в принципе, я бы мог подняться, но я, наверное, сегодня, знаете что, я попытаюсь залезть так. Без вертолетов, без всяких таких штук, короче, вспомогательных. Ну что, пришло время, короче говоря, вопроса. Нубик, я повторю вопрос. На какой вопрос... Так, стоп, я так сказал или нет? Погоди, стой, я что-то забыл. На какой вопрос нельзя ответить «да». На какой вопрос? Да, все правильно, да. Ну, давай, на отрицательный. Нет. В смысле, вот я сейчас немного не очень... На отрицательный вопрос нельзя ответить «да». Что за отрицательный вопрос? Да, что это значит? Я не очень понял. Там, где надо ответить «нет». Ну, ты же можешь ответить «да» и на «нет». Что за вопрос, на который гарантированно отвечаешь? Нет, я не знаю, я прям точно не знаю. Не знаешь, ладно. Хорошо, Леска? Ты спишь? Да, все верно, потому что как ответить на вопрос «ты спишь?» «Да», если ты спишь, короче, Нубик, понял? Короче, друзья, поздравляю всех тех, кто сейчас догадался, какой ответ на этот вопрос. Надеюсь, то, что вы никуда там в поисковике не заглядывали, не подглядывали, потому что... Ну, это очень крутой вопрос. Я его когда увидел, я бы в жизни бы не догадался. Реально, это просто гениально. На какой вопрос нельзя ответить «да»? Ну, вот я не знаю, как это до этого можно догадаться вообще? Кто придумал этот вопрос вообще? Вообще это же догадаться гений невозможно. Какой-то. Если ты только не знаешь, не читаешь, вот не встречаешь, нигде, то не догадаешься. Да, согласен. Это очень прикольный. Самый прикольный вопрос, наверное, за который я вообще встречал. Вот, 100%. Что-то я уже устал копаться на самом деле. Я может тоже, быть, на вертолете. Мне рука сейчас отвалится шея. Но надо дойти в любом случае до конца, потому что, давайте, насколько я помню, из вас никто еще ни разу до конца небоскреба вообще не добирался. Так что подожди, постарайтесь подожди, хоть раз это добиралась. Сделать. Знаешь, как я добиралась? А по-моему, я тебя на вертолете подкидывал, нет? Было такое, подожди, Нубик, а было на Порталгане. Я сделала через тебя отражение. Не, ну Леска-то молодец, Леска у нее все получается, а вот Нубик вообще ты настолько немножко... обленился, то, что смотри, даже... Ой. Да, даже не можешь долететь спокойно, я вернее, смотри, добраться. Он на вашей базе лезет, я вижу. Куда лезет, в смысле? Он на вашей базе, Леска! А он прикалывается, что ли? Я не знаю. Я прикалываюсь. Эй, капец, спасибо, Нубик, раскусили Нубик, тебя вот за, тут, вот, тебе за 3 секунды, короче, лежит. Раскусили, реально. Так, ладно, сейчас мы вот туда, так, это... О, привет, да ладно, прям настолько привет. Идеально все будет. О! Это был ты, да? Погодите, друзья, так, что у нас тут? Опа, опа, давай, 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 Нубик, ну что... Так, 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 пошло дело, пошло, друзья, есть первый, пошел, уходим. Сворачиваемся, друзья. Ого, ничего себе. Ничего себе. Так, погоди, а как ты там осталась? Ты еще чуть не очень понимаешь. Ух ты. Так, друзья, закидываем. Попал? Попал, смотрите. А, нет, она вниз полетела. Она вниз полетела, друзья, она вниз полетела. Так, что ж такое-то? Нужно вот так вот. Так, давай, 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 пожалуйста. Есть, попал. Давай, 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 давай. Есть, есть. Спасибо, а, все, затормозил немного. А что вы на месте-то стоите? Не уворачивайтесь даже никак. А что делать-то? Я бы уже. Только это, под себя бы вскопал его. А кто кубики кидает, Нубик? Розовые кубики на батуте. Кто? А что у вас там вода на батуте разлилась? Откуда она там взялась, интересно? Да, Шерри, откуда она взялась, вот интересно? Не знаю, не знаю. Что за вода такая хорошая? Хорошая вода. А хорошая? Чего вы кидаете? Зачем? Ой, да, сейчас... Кого вода. Кидаете? Кого слушай, кидаете? А нормальная же вода. Почему кубики нормально? Летят? Нет, она ой, не розовый, очень хорошая. Синяя. А мне нормально. Леска, это ты раз просто что-то ко мне лезешь там на самом деле. Вот что-то там... Делаете вода, вы непонятно. Реально отравленная вода, вонючая. Так, давай. Ах, что ж такое-то? Еще бы немножечко и был бы а то, что надо. А вонючая в самый раз. Подожди, так мне заново все лезть, что ли? Совсем так это, вообще? Ну, получается то, что да, как бы придется вот заново вот чуть-чуть вот полезть. Вот так, опа, это сюда. Нубик, так вы вдвоем там, у вас что-то вдвоем, по-моему, явно не так сейчас творится. Так, три. Так, Леска, что вы там плечу, делаете? Наверх... О, я посмотрю на это. Куда стойте, ты? Я хочу посмотреть. Давайте, я давайте, летите. Ну-ка, какой... друзья, внимание. Ну пилоты. Там это рычаг управления с правой стороны. Это праворульный вертолет. Праворычажный. Так, давайте, давайте, давайте. Это очень интересно. Нет. Да. Нубик, давай, что вы там стоите? Нубик, ты вообще что ли? Капец, он, я не знаю, просто. Так, Нубик, ну как тебе? Вот опять, Нубик, вы должны в команде все делать. Почему ты против Лески все время? Я а не понимаю. А что ты сидишь-то на этой скамье?
Ну я посмотрю, давай, идите. А топливо-то поставили? Нет, конечно, он же мне не дал. Так вот, Нубик, все с тобой понятно теперь. Что ж, да что ж такое? Я сейчас тебе дам, а ты не умеешь заправлять самолет. Так, друзья, надо вот так попробовать сделать. Да я смотрю на вас и так, мне и так все прекрасно видно, Нубик. Я за вами очень хорошо наблюдаю. Он меня выкинул и говорит, что тебе ставь еще. Вот вообще, Нубик. Так. Опа, опа, это что там у вас бахнуло сзади, Нубик? Ничего себе. Это что у вас там за события такие происходят непонятные? Так, опа. Че, получилось? Нет? Так, Нубик, бежит. А и что? Подожди, а что бомбардировки какие земля? Бомбардировки, пролетает? А вы что думали, тоже просто так что ли стоять будете? Короче, ладно, я тоже на вертолет сейчас полечу. Так, я спрыгиваю вот сюда. Так, опа! Так, есть, так. О, у вас это. Подождите, а что у вас там это? Какая-то штучка! Опа! Висит, оказывается, у нас. Так, давайте, друзья. Заправка идет топливная. Ну что вы делаете? Не понял, Нубик. Аж. Ой! Почему меня коцает-то? Я не понимаю, как оно работает. Да что за дурацкая лава? Подождите, топливо заправляется. Не трогайте вертолет. Так, заправляйте. Давайте топливо там свое. Так, короче, я не понимаю, почему вы взлететь не можете. Смотрите, я сейчас с первой попытки взлечу, короче. Так заправка идет. Сажусь. Так, в смысле, ее не надо ждать. Смотри, закинул к цистерну внутрь, и все, смотри, я сразу полетел. Вы что-то там неправильно делаете. О, давайте, смотрите, друзья. Так, спокойно, потише только, пожалуйста. Так, и что? Ну, мой небоскреб не подбивать, вы чего делаете? Все, понятно. Что-то они куда-то в землю полетели вообще. Нубик, я вас. Кто управляет? Все, давайте, пока. Подожди. Пойду босса своего заберу пока что. Так, я вот эти штуки сейчас подготовлю. Нубик, это я за рулем. Что вы делаете? Нубик, потише, пожалуйста. Нубик, не кричи, пожалуйста, только, не кричи. Тише, сейчас, подождите. Все, стоп, так, я боже, как бы я это вручную забирался, вообще не понимаю. Леска, так, сконцентрируйтесь на подъеме, пожалуйста. Ну вы же опять не заберетесь. Вы опять, я вам сегодня помогать не буду. Серьезно, я вам всегда помогал, сегодня не буду. Все, я не буду. Так, привет, Хаги-Ваги, привет, я тебя сейчас заберу. Ты тут дерешься, правда, но... Сейчас мы это исправим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, почему я промахнулся? Мне нужно... А можно поспокойнее? Так, мне нужно приземлиться, чтобы вертолет остался здесь, самое главное. Так, тут-так, есть, поймал. А что? Ну, это навык надо иметь. Как ты управляешь вертолетом? Ну, не знаю, сажусь, да управляю им спокойно и вперед иду. Так, это я пока использовать против них не буду. У них и так ничего не получается. Нет, это у нас рубрика один раз в день, Нубик. Так что я не могу ее постоянно делать. Если я буду тебе каждую минуту задавать, у нас вопросов останется максимум только на час, наверное, и все. Так что нет. Так, о, прикольная штука, полезная. Так, правда, надо броньку снять, но у меня места нет. Вот это, Шади, зачем ты мне скинул? То, что ты мне скинул, конечно. А я все, я больше... У меня еще много всяких приспособлений, которые могу против вас использовать. Вот. Ну, я надеюсь на то, что Нубик, может быть, что-то придумает. Не знаю, как-то залезть, может быть, например. А я надеюсь, что придумать. Ну, как-нибудь, я не знаю, потому что что ж такое-то? Постоянно леска действительно забирает. Так, еще больше топлива. Я, наверное, все не буду забирать. Нубик, ты высоко? Я... А почему? Выше тебя. Ну давай скорее, я почти там, где наш. Ладно, я не буду это брать. Да? Ну хорошо. Там просто еще столько. Вот почему вы вертушечкой-то управлять не можешь, так огнемет я оставлю? Вот что такое вообще? Не, Нубик, у тебя тоже самое, у тебя еще хуже получается. Да, Нубик, у тебя тоже так бы получилось. Так, аптечки мне тоже нужны, в принципе. Я вообще в поле улетела, зачем? А я на боку улетела, у меня наполовину в землю ушел. Так, есть. О, есть еда. Хорошо, что я это оставил, аптечка там. Так, мне столько еды, в принципе, хватит. Ты бы хотел, чтобы я превратился в злого Хаги-Ваги? Нет, Нубик, мне хватает того, что ты просто злой, в принципе. Зачем тебе еще Хаги-Ваги становиться, не понимаю. О, я смотрю, прогресс пошел. Слушайте, а вы, вот Нубик сейчас ровно наполовине находится этого небоскреба. Так, Леска, а ты где? Я что-то не понял. А тебе сейчас скажу, ты меня опять зарвешь. Стоп. Если что? Вот это... А, нет, это не ты. Все, я уже испугался, я думал, если Нубик здесь, а ты еще ниже, то сколько же вам еще топать и топать-то? Я уже почти где Нубик. Я надеюсь, что ты все-таки сейчас... Много топать. Так, вот Нубик. А, то есть ты ниже, что ли, находишься еще? Кто? Я. Ну, Леска. Леска ниже, наверное. А, ну все, тогда давайте копайтесь. Что? Так, я потому что уже все прошел. Я свой небоскреб полностью прошел. Я жду, когда вы пройдете свой. Слушай, вот, а пока что. Нет у нас, сколько же там осталось? Еще половина, я же сказал. Половина еще столько же примерно и осталось. Есть портал. Нет, там немного.
немного даже. Да? Ну и это еще же лучше. Тогда ты, наверное, заберешься еще быстрее, так что сейчас вперед, я тебя жду. Вас двоих, вернее, жду. Так, у меня эти яблоки Шенди, меня замедляют очень сильно. Я доберусь до своей цели. Надеюсь, надеюсь, хоть когда-нибудь ты доберешься уже наконец-таки. Так, поднимаемся, поднимаемся. Я пока на джамп-паке тут вперед просто лечу. Так, сейчас вот сюда. Это последний этаж? Нет, тут не последний еще. Слушайте, даже с джамп-паком подниматься реально очень долго. Ну, у нас есть этот, как его, портал ган есть? На вертолете вообще прям моментально. Есть? О, два этажа. Да. Так, а чего ты быстро не залезешь? А что вы не используете-то? Я не понял. У меня-то нет его, я его не... Так сложно его подкидывать. В смысле? Одну кнопочку нажать это сложно для тебя? Две кнопочки. Место прибытия, место отправления, все, что там сложного-то? А в смысле, а за что его зацепить? Ну как-нибудь блок поставьте, что ли, я не знаю как. Да. Или выйди на блоках, на блоках выйди и сделай наверх отражение. Что там, монстры, что ли? Нубик, что у тебя там такое? Он чуть не упал, друзья, смотрите. Давай, давай, поднимайся, ты что? Истерика. Давай, поднимайся. Неужели Нубик даже вперед леска сегодня пройдет? А у тебя белые штучки с собой, я надеюсь? Да. Все, хорошо, соберешь босса хотя бы. Так, Нубик идет. Так, а сундуки все собрал? То, что снизу-то ты пропустил, смотри, сколько этажей-то. Подожди, а ты предыдущие этажи-то проверил или нет? Точно? Но да нет, в смысле, потом... ты их проскочил мимо. Смотри, проверил, говорится, проскочил все этажи. Нет, два нет. Этажа проскочил. Так, где я не пойму, так, подождите. Нубик два этажа проскочил, говорит, ладно, короче, прикинь. Как так-то вообще, я не понимаю, что это такое вообще? О, салют, это кто, Шенди салют? Да, это я гранатки тут закидываю всякие прикольненькие. Нам, что ли, опять? Да. Может, не надо? Так, что мне тут еще... Да, я хочу, чтобы Нубик предыдущие этажи все проверил. Он не хочет настойчиво их проверять, нет, короче. У меня там все проверено, я честно говорю. Да? А как ты их так... Ну, хорошо, ладно, окей. Давайте уже посмотрим, как Нубик заберет. Так, маленькие преградки мы сейчас устроим. Вот так вот, чтоб всякое... Давай, поднимайся уже. Лес, как ты далеко-то. Да, далеко. Так, Нубик... На предпоследнем этаже. Давайте посмотрим, получится у него наконец-таки уже забрать босса своего. Так, ну. Ракетки, вот именно. У меня тоже ракетки есть, Нубик, хочешь? Давайте скорее. Все, забирай босса уже наконец-таки. Получилось? Раз, два, три. Ракета летит! Нубик, ракета летит, забирай босса скорее. Быстрее, давай. Забирай босса. Опа, все, Нубик успел. Так, Леска, ну что, мы тебя ждем? Или как я ты не там знаю, поднимешься, я, нет? Где-то близко. А, ну тебе еще получается примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, Нубик пошел. Смотрите, друзья, ракетками своими пулять. Капец. Так, ракетки, что, Нубик? Ой, Настя, ой. Леска, говорю. У нас тут обстрел начался. Все понятно с вами. Нубик, а можно же потише чуть-чуть, пожалуйста? Ух ты. Все, короче, я на батуты полетел. Я вас жду снизу. Давайте уже босса запускать наконец-то. Сколько можно? Уже невозможно. Леска, все, пойдемте уже, пойдемте. Это я? Да, Нубик, зачем скинул-то Леску? Что ты такой? Я? В смысле? Это у меня джампак видно, я понял. Ладно, я буду так, короче, бегать. Подожди, так, ну что, готовы? Давай. Так, у кого? У кого босс находится? Меня. Так, Нубик, а давай, иди сюда. Выкинул? Посмотрим сейчас, кто у нас окажется сильнее. Хаги-ваги, либо Киси-миси. Нубик, смотри, Киш-миш. Джампак бегает сам без Шенди. Нубик, давай. На счет три ставим. Все сразу в сторону разбегайтесь. Раз, два, три. Все, я побежал. Беги от Хаги-ваги, беги. Хаги-ваги, назад смотри. Нубик, не мешайся ему. Дисквалификация, смотрите, Нубик отвлек. Киси-миси успел ударить его. Что? Что за дела? Давай, почему? Пошла. А смотри, он как-то реально, то есть, Хаги-ваги почему-то реагировал, почему то есть, на вас бьет? Именно. А что он танцует? Что за танцульки вообще начались, я не понял. Что такое? По-моему, он не хочет драться. Мне кажется, Киси-миси, короче, победит сегодня. Вот Киси-миси окажется сильнее, видимо. Наконец-то мы победим. Слушайте, это реально... Ну, это же Киси-миси победит, это ж не вы, получается. О, это что за бред? А, Нубик? Кстати, у меня тоже такое есть. А ты можешь... Давайте посмотрим пока что, короче. Давайте быстрее делите, что вы так долго. Смотри, Нубик, как смешно. Ребят. Леска, стой. Шенди, ты зачем стреляешь, Киси-миси? Нубик, что? Я не стреляю, Леска, я ничего не делаю. В смысле? Я ничего не стреляю, я просто хожу. Кто стреляет, ты чего говоришь такое? Этот Нубик там взрывает. Леска, это джампак для тебя. Где? Нубик, джампак это для тебя. Джампак еще был. Короче говоря, что-то мне подсказывает то, что действительно... Стой! У Хаги-ваги сегодня просто нет
шанса. Нубик, мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть финальную битву боссов. Это вся наша цель была. Ты можешь перестать, пожалуйста? Смотрите, финал уже, завершение. Более чем в два раза Хаги-Ваги у нас сегодня проигрывает, друзья. Смотрите. Кисимиси, давай, вперед, вперед, давай, давай, давай. О, смотри, она его затолкала прям в эту лужу. Слушай, капец, она сильная, конечно, вот она крутая. Вас не знаю, без понятия. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. У нас Кисимиси действительно победила, я не знаю как. Я такого абсолютно не ожидал. Но на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.